Всем привет, ребята, друзья! Я буду сегодня делать волшебный, а может быть и не волшебный, колон медальон Дизайн чисто 100% мой, но за основу я взял одну такую тему из одного эзотерического чата, где я много времени сидел, ну как, какое-то время сидел, нахватался всякого там эзотерического, странного, непонятного, а обычно я что-то нахватываюсь в этом мире, я потом это превращаю в творчество. Например, где-то я видел картины там у своей девушки, а потом думаю, да, ка я напишу свои картины. Короче, я что-то вижу в этом мире, потом это превращается у меня что-то в творческое. Я превращаю это в творчество. Какой несет смысл этот кулон? Он несет смысл этот кулон. Ну, какой он несет смысл? <с eltipal> Очень сложный, который для меня еще непонятен. Но давайте не будем зацикливаться на смысле, а зациклимся просто на красивом ювелирном изделии, которое, кстати, когда-то давно я мечтал сделать. Я разделил круг на 10 частей, накернил 10 дырок для того, чтобы просверлить 10 дырок, да, но не отверстий. Каждая дырка имеет глубинный смысл. Как я уже сказал, этот смысл, который я вложил в свой самодельный кулон, по своему чисто дизайну. Как вы знаете, я обычно все ворую из интернета, но тут я дизайн придумал сам. Но за основу взял одну эзотерическую такую фишку, ну, может быть, это не эзотерическая фишка называется Что-то такое, знаете, из мистики Такого духовного, потустороннего и далекого Для земного человека это непонятно Итак, латунная пластина толщиной Ну, вы, мастера, скажите, какая там толщина Я не знаю, 3-2 миллиметра Не знаю Латунь, это вообще такая тема У кого нету золота, и тот бедный и нищий Тот берет латунь, потому что она выглядит как золото Какой-то, как благородный металл И еще хорошо обрабатывается Я все руками это сделал я очень долго делал этот медальон, наверное месяц, потому что долго думал, не было настроения. И все-таки я его решил сделать. На самом деле он делается, наверное, за один день. Напильником потом делаю такие украшения. Фаски убираю, как это называется, не знаю. И превращаю из квадрата в круг, потому что медальон называется круглый. Напильником не стал работать, потому что это очень долго и включил свой самодельный крутой гриндер. Ну, который, кстати, помогал мне делать ермак. Обточил очень быстро на наждачке P40, и готово. Вау! Все. Так, не острое сверло. И тут не острое сверло. Ну и ладно. Потом третье сверло оказалось острое. Тупых сверлеров у меня супер, очень много. Так, ладно. Тут тоже фаску убираю. Карандашом вот такую штучку делаю, как это называется. Ну, придаю форму этому медальону. Да. Напильником, руками, где-то гриндером. Наверное, вы скажете, о, снова за гриндер взялся. И ты уже не тот, который был раньше, когда все делал руками, точил ножи руками, там ковал колеса, поезда и самолеты все руками. А тут уже и за станки взялся. Ну, я вам так и скажу, да. За станки взялся в некоторых местах. Итак, это первое украшение, которое я решил вставить. Такая, знаете, деревянная вставка. Пропи эпоксидил ее для того, чтобы сделать прочнее. И установил там крестик. Но это не крестик, это римская 10, потому что что? Там 10 кругов. Изначально я хотел сделать не римскую 10, а обычную 10. Ну, вы потом узнаете, почему я ее не сделал. Ну, и из деревянной ставки получилась, ну, какая-то фигня. Сейчас вы увидите, видите, какие огромные щели. Лопнула. Стрематаста духа. Переделываю. Я буду переделывать. И знаете, что я буду делать? Заливать эпоксидной смолой. Вот это я прикольно придумал устанавливаю свой почти готовый медальон, кладу туда римскую 10 по центру и обычно эпоксидной смолой ЭДП заливаю. Это эпоксидная слома не для заливки, но другой у меня нету. Я и так думаю, что сойдет. Смотрим, как прикольно оно там формируется. Все. Итак, я взял акриловые краски, которыми я нарисовал свои, наверное, 6 картин. Какие-то украл из интернета, какие-то сам придумал. И, блин, эпоксидная смола и акриловая краска смешивается и начинаем заливать те 10 дырочек разными цветами краски. Оно потом подсыхает, темнеет и уже не так красиво. Но ну, а что еще? Как еще эпоксидку подкрасить? У меня были только краски. Как вы знаете, я все делаю из того, что у меня есть дома. Есть акриловые краски, я их залил эпоксидкой. И так все готово. Очень долго я заливал эти круги, потому что все сразу зальешь, они могут перемешаться и будут цвета не однородные. Поэтому, наверное, дней 5 заливал. Вот, все, зачистил, об, обладил а нет вот сейчас я облаживаю до пастой гой на грели круге да потом я помазал пастой гой для пластика но что-то на не очень сильно заполировала ну эпоксидка считается пластиком ну я не знаю как вы знаете а может и не знаете я обычно ничего не полирую но тут я постарался заполировать ну на 4 из 5 заполировал наверное все нужно учиться и учиться вот и все ребята друзья вот такой вот медальон, практически стекло, видали, окно, в которое торчит римская 10. Цепочку я какую-то надыбал у себя в коробке. И готово, можно вешать на шею <с> и быть с этим десятикруговым кулоном, медальоном, волшебным, эзотерическим, <с> неземным. Немножко неаккуратно. Ну блин, я еще давно мечтал сделать какое-нибудь ювелирное изделие. Вот оно и сделано. Прикольно. Интересно, буду ли я его носить? Не, я носить его не буду. На самом деле, когда я делал этот медальон, я не думал, кому же я его подарю, куда же я его применю. Но когда я его сделал, я думаю, блин, я бы подарил бы это одной девушке, с которой я никогда в жизни не увижусь. Вот и все, ребята, друзья. С вами был Берендлей.